Пожалуйста, Александр Васильевич, дорогой наш, любимый друг Владимира Николаевича и наш любимый друг. Спасибо, Лена Евгеньевна. Я присяду, вот, потому что у меня гитара будет. Вы столько стояли. Я думаю, что это самое... Друг Владимир Николаевич слишком лестный все-таки. Я не считаю себя другом его, потому что... Ну, то, что у нас с ним было вот теплое, значит, знакомство, и, может быть, оно стало бы дружбой, если бы пораньше успели. Это было, я этим очень дорожу и очень рад. Но все-таки быть другом – это гораздо выше. И я просто не успел ему. Вот здесь говорили, что... Конечно, отсутствие для тех, кто знал близко, невосполнимо. А вот для тех, кто не знал близко, все-таки стихи продолжают греть, светить, как, скажем, продолжают светить стихи Баратынского, которые никто из нас живых не застал, Лермонтова, Батюшкова, понимаете. И если вчитываешься, если начинаешь как-то вот прирастать к строкам, оживает автор, оживает жизнь, оживает судьба, а не только вот, значит, строки, которые вроде нам достались вот в качестве уже такого раритета, что ли. Я думаю, так же будет и со стихами Владимира Николаевича. Ничем поразить вас сегодня не хочу, а просто вот тихонько почитаю некоторые его стихотворения. Одно уже читал Марьяна Евгеньевна, но мне кажется, оно будет с гитарой. Это, как говорил Балатак Уджава, помните, что я не пою, я читаю стихи под гитару. И часть стихов поется и Булата, и Владимира Соколова, а часть хочется вот просто произносить под гитару, понимаете, совсем там почти ничего не напеваю. Вот дай мне Бог побольше жизни. Если кто читал, я хочу вас вспомнить, что это не обращение к Богу, там нет запятой, там нет выделения Бога. Это такая приговор к самому себе. Так что это не жалоба, это не просьба туда. Вот, мне кажется, это очень важно для этой строки. Может быть, в моем вот произнесении это не очень ясно, поэтому я... Побольше жизни, даже за мои грехи, приносившие кому-то радости, а мне стихи, приносившие кому-то. Крахмален отутюжен и звенит, все в снегу и так печален, замерзающий зенит, все в снегу и так печален. Побольше снега, одиночества и сил, чтоб воздушным поцелуем холод губы мне сладил, чтоб воздушным поцелуем холод губы мне сводил. Чтоб снегами ветер сыпал, чтоб я сердцем обмирал, и чтоб ветер мне
снегом оттирал. И чтобы ветер мне и либо щеки снегом оттирал. Дай мне Бог побольше жить, даже за мои грехи. Приносившие кому-то радости, а мне стихи. Приносившие кому-то радости, а мне стихи. Знаете, наверное, многие, что Самойлов написал, вот, стихи читают Соколова, случайно, редко, иногда, в них незаносчивое слово, в котором тайная беда. Вот я сейчас пою очень легкие стихи, в которых, мне кажется, вот, может быть, их имел в виду, значит, Давид Самойлов. Душе светло и снежно, никого там нет, кто бы грубо или нежно свой оставил след. Сказать, что я это сказал Марьяне Евгеньевне, но значит, вслед за Владимиром Николаевичем я хочу признаться в любви этой женщине,
Вот. Я действительно ей восхищен, понимаете, тем, что она делает для него, а значит, для всех нас. Вот, вот как она вот как-то существует для нас, понимаете. И поэтому давно уже я очень стеснялся и ей петь, и ему петь. На самом деле это роман с Комарианне. Конечно, здесь Соколов, вот. Ну и я там на дальнем плане, значит, тоже мною что-то очень родственное, вот, в адрес этой потрясающей, совершенно необыкновенной женщины. Роман с Комарианне. Тоже, это, я еще раз говорю, что есть пение, это не пение, поэтому вы поймите, что это. Вот, почему, я думаю, певцы не умеют петь настоящие стихи? Они привыкли свои голоса показывать. Вот. А когда настоящее стихотворение, нужно, чтобы звучало стихотворение. И, в общем-то, речь под стихотворение, я считаю, что это очень высокая штука. Не потому, что я великий певец. Нет, я великий певец, не великий. Музыкант я могу быть хороший. Но, тем не менее, вот, я все жду, вот, может быть, когда-нибудь родится в нашей стране человек, который будет обладать, скажем, вот, ну, шаляпинским там голосом, или, скажем, ну, понятно, кого я имею в виду, конечно, прекрасного Лемешева. И который вот сможет спеть Лермонтова, зная, что все-таки сначала Лермонтов, а потом Шаляпин. Ну, видимо, пока таки вот такого не знаю, и жалею очень, честно говоря. Я бы успел кое-что из Лермонтова, там, из Тютчева, из Блока, может быть, вместе поладили бы. Мария Евгеньевна. Я вас люблю. Всей тенью сугробов и ветвей, как робкое растение домов и фонарей. Я вас люблю ветвями, я вас люблю пешком и теми тополями, что скрыты. Всем мне.